начнем урок. Подожди, еще не все. Пиши. Сдать 5 золотых на шторы. Так у вас же есть новые. Ну так это на окна. А сам я вон в старой хожу. Она изначально вообще белая была. Извините, я опоздала. Ты знаешь, что делать. Так, весь класс в сборе, можем начинать урок. В смысле? Нас будет всего 2? В Нищбурге же много детей. А деньги есть только у ваших родителей. Так, за разговоры в классе еще. Вообще-то, образование должно быть бесплатным и доступным. Да. Честные выборы, бесплатная медицина. Вот вы такие большие школьники, а в эти сказки до сих пор верите. Так, пишем сочинение, как я провел лето. Хорошо. Мне тоже писать, просто, по-моему, и так все знают. Я извиняюсь. А можно мне 2 мальчиков покрепче? Как ты достал со своей войной уже, а? У меня вон 2 человека только. Иди у бедняков спроси. У них детей много, они половину тебе так отдадут. Точняк. Вот и комбинатор нормальный.